Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. А ты перед началом не забудь поставить лайк, ведь ты знаешь, больше лайков, чаще видео, ребята. Вы видите в моих руках, кто это? Это, ребята, новая супер страшная игрушка с сайта Darknet Raider XZ. Raider XZ — это необычный райдер из мультика «Щенячий патруль». Это самый злой и самый новый участник этих хоррор-мультфильмов. Короче, ребята, это проклятая игрушка. Сейчас нами заказанная с Darknet будет разрезана именно в дьявольский час. Именно в 3 часа ночи. И я посмотрю, что в этой игрушке, одержима ли она. А для того, чтобы узнать и победить духа, ребята, мы сегодня будем проводить специальный обряд. Для того, чтобы пробудить. Ребят, посмотрите, какой он страшный. У него черные пуговицы вместо глаз. Это говорит о том, что он реально проклят. Это просто жесть, ребята. Когда я увидела его на сайте Darknet, я просто не смогла удержаться. Но стоит он, ребята, на минуточку 500 баксов. Это очень-очень дорого. И я подумала, что же такого страшного в этой игрушке. И прямо сейчас вы узнаете это вместе со мной, ребята. Ставь в комментариях хэштег «Королева мистики» и поддерживай мои видео своими комментариями, лайками и подпиской. Так, короче, там было написано, с ним пришла еще такая специальная бумажечка. Обряд проводится как с пиковой дамы. Короче, у нас свечи, 3 свечи, у нас зеркало. Именно через зеркало в райдера вселится... Это что за звук? Душа. Я задела тут. Короче, уже стрёмно, уже каждого шороха шугаешься, просто всего боишься. В общем, погнали, ребята, зажигаем свечи. 1, 2, 3. Отлично. Жути нагоняет, когда стоит такой старинный канделябр. Этот канделябр стоял еще, наверное, в каких-то старинных дворцах. Посмотрите, тут как будто какие-то струны. В общем, очень-очень он древний. А знаете ли вы то, что все старинные предметы, они держат тепло своих предыдущих хозяев, и они могут передавать какую-то информацию из прошлого, понимаете? Вообще это все отдельная тема. Итак, сейчас на зеркале красной помадой мы нарисуем дверь, как бы вход для души. И душа, после того, как я принесу заклинание, должна будет выйти отсюда и войти в райдера. Проклятый райдер XZ. Это все делается именно через свечи. Именно так мы ставим зеркало. Напротив мы ставим райдера, чтобы он отражался. И, ребята, начинаем. Полная тишина, абсолютная тишина. И мы произносим: портал зеркальный, отворись. И в райдера XZ вселись. Портал зеркальный, отворись. И в райдера XZ вселись. Портал зеркальный, отворись. И в райдера XZ вселись. Черт! Ребята, меня как будто оттолкнуло огнем. Я думаю, что мы провели правильный обряд, теперь нам нужно быть очень внимательным, потому что эти проклятые игрушки, они могут повести себя абсолютно как угодно. Ведь это сейчас не просто игрушка, это проклятая игрушка с сайта Darknet. А, черт! Нет! Что это такое? Мне не больно. Он оставил на мне какую-то проклятую метку. Держи его, держи! Держи его! Черт, ребята, Райд рожил. Черт! Что-нибудь надо его привязать чем-нибудь, скорее, давай! Сейчас, он меня пометил. Возьму. Давай что-нибудь, скотч, ленту, давай. Черт, держи его, держи! Давай, давай, давай. Да черт! Никак не получается!
держи его. Сейчас. Трэш, ребята. Мы это ожидали, что... Привязываю его лентой. Я не могу. Черт. По-моему, он успокаивается, да? Все. Черт. Что такое? Все. Теперь он точно никуда не денется. Смотри. Что ты сделал? Посмотри! Ты оставил какую-то проклятую метку на мне. Черт, что это может значить? Ребята, вообще в комментариях подумайте. Зачем Райдер оставил проклятую метку на моей руке? И главное, я ничего не чувствую. Черт, он еще так ухмыляется. Посмотрите, мне кажется, его улыбка растянулась на лице. Жесть. Итак, ребята, обряд завершен. Райдер успокоен. И теперь... Я разрежу тебя и посмотрю, что внутри проклятой, одержимой игрушки. Погнали, ребята. Кстати говоря, вам никогда не хотелось посмотреть, что же внутри этих игрушек? Мне кажется, любому интересно, что внутри. Посмотри, как стрёмно его... Глаза расползлись. Просто расползлись. Жесть, ребята, это полная жесть. У него то ли краска, то ли кровь. Что-то у него там внутри, смотри. Я что-то там раздавила, я не знаю. Короче, я достаю, ребята. Я что-то раздавила, я щупала, нащупала. И что-то раздавила. Там, наверное, ну, что-то типа, что-то такого мягкого было наполнено или краской, или, возможно, даже чем-то другим, но вы понимаете, о чем я. Короче, вот что я раздавила, я не знаю, я это достаю, я зацепила. Черт. Это какой-то... Жесть. Это что, череп? Я не знаю, это какой-то нафиг монстр. Черт, посмотри, у него из башки, короче, эти руки вот эти. Блин, ребят, что-то знакомое, какой-то монстр. Мне кажется... Этот Райдер, походу, пожирает монстров. Слушай, он, походу, питается вот этими всякими монстриками. Смотри, тут еще что-то. Слушай, это типа какая-то, короче, муха. Прикинь. Он жрет, походу, всяких этих мух и всяких разных монстров. Давай далее, что там? Так, я не знаю, что-то я не могу ничего сейчас нащупать. Слишком много тут вот этого всего, блин, раздавилось. Ребят, это полная жесть. Черт! Двигается? Офигеть. У него во рту какая-то шняга, посмотри. Я даже боюсь до этого дотрагиваться. Это глаз? Это что, животное какое-то? Я не знаю, это какая-то тварь. Черт, сейчас я ее попробую достать. Я боюсь на миг. Сейчас. Блин, я не могу ее зацепить, она склизкая. Черт, что ты жрешь, Райдер? А, я прям изо рта. О, господи, вот это жесть. Я зацепила, жесть. Что фу, жесть, это какой-то еще монстр. Просто черт. Он сожрал какого-то скорпиона, что ли. Двигается. Черт. Нет, он, короче, этот Райдер, ребята, пожирает разных монстров. Давайте посмотрим еще, что тут у него дофига. Паук. Жесть. Тут еще что-то. Фу, таракан. Жесть, Райдер. Он жрет просто всяких тварей. Черт, что еще там у тебя? Вот это я называю проклятая куколка. Вот это вот там всего положили такого клёвого. А это что? Смотри, бу. Офигеть, ребята. Если это то, о чем я думаю. А это то, о чем я думаю. Блин, почему он так? Это реально доллар. Это $100. Ребят, я повторюсь, что я купила Райдера за $500. И здесь в нем я нашла... $100, ребята, то есть уже экономия. Только я не знаю, мне кажется, такие доллары не примут, потому что они все в этой краске, в этой красной. Блин, надо будет сходить в банк и посмотреть. Офигеть, ребята, вы что, я нашла кэшбэк, я нашла, как это называется, просто я выиграла как будто в лотерею, да. Погоди, тут еще что-то жесткое, смотри. Это что? Это какая-то муха-альбинос еще одна. Черт, смотри. Это какие-то монеты. Слушай, вот
это какие-то золотые монеты, серебряные. Черт, они какие-то древние. Я таких даже не помню. Слушай, это какой-то не райдер, а Скрудж Макдак, какой-то самый богатый райдер нам попался, что ли. Я не верю. Это просто, как их называют, когда ты бонусную игрушку там получаешь, это какой-то вообще, я просто в шоке. Слушай, может, там еще что-то есть? Еще муха. Блин, он жрет деньги и монстров. Что, больше ничего нет? Еще паук. Так, еще что-то нащупала. Да ну нафиг, ребят! Еще деньги. Да ну нафиг! Еще доллар! Еще $100, ребят! Еще $100! 200, ну-ка. Блин, я хочу еще, райдер! Я хочу еще! Черт, черт! А это что такое? Черт, это зубы райдера! Это реально челюсть райдера, ребят! У него все это время были зубы из белого золота, ребята, офигеть, посмотрите, они были зашиты у него под ним, посмотрите, ребята, жесть, это зубы райдера, офигеть, вот это он стрёмный, ребята, это просто жесть. Я такого никогда не видела, слушайте, ну походу там все. Сейчас я постараюсь вообще все вынуть из его головы, просто нафиг наизнанку. Так, 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 так. Все. Ребят, походу тут ничего больше нет. Черт. Все, ребята. Это все, да. Фу, ребята, я знаю. Еще мне написали, чтобы в райдера снова не вселилась никакая живность. Мы сейчас проведем обряд. Мы лишим его проклятых глаз. И он станет обычной игрушкой, чтобы никто не смог вселить в него, также провести обряд и вселить в него из зеркала. То есть мы поставим зеркало, оторвем глаза, дух вылетит из этой игрушки и войдет в зеркало, ребята. Сейчас я подожгу одну свечу. Дим, дай зажигалку там на полу. Сзади. А, вот она. Сейчас я подожгу одну свечу. Главное, чтобы вся эта вата нафиг не загорелась. Так, все, я готова. Держу так зеркало над ним. Чтобы душа вылетела и туда вселилась. Душа из райдера, выйди и в зеркало вернись. Так, одна курица, смотри, у него и глаз-то не было, здесь кровь. Душа из райдера, уйди и в зеркало вселись. Вторая. Все, дай сюда. Я надеюсь, что мы сделали все правильно, и этот обряд был проведен правильно. Теперь это абсолютно безопасная игрушка. Она не проклята, потому что мы все сделали правильно. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Нам пора заканчивать. С вами была я, Ирина Ясинская. До новых встреч в новых видео. Расписание вы можете узнать на баннере моего канала. Всем пока!